Дандушенские любители спорта открыли летний сезон. На спортивных площадках городской зоны отдыха развернулись баталии по волейболу, баскетболу и мини-футболу, а на футбольном поле спортивного городка лицея имени Алексея Матеевича за первенство боролись футболисты взрослых команд. В самом худшем положении оказались любители шахмат и шашек. Для них не оказалось подготовленного места. Состязания проводились на ограждении колодца в тени его крыши. Былые столы для них из стволов деревьев сами по себе куда-то исчезли. Вообще-то к такому празднику, как открытие летнего спортивного сезона, по большому счету не подготовились. Высокотравье вокруг спортивных площадок – это еще куда ни шло. А вот заросшее футбольное поле – это уж слишком. Странно, что районное управление культуры самоустранилось от таких районных мероприятий. В былые годы в зону отдыха горожан зазывали музыкой и песни. Торговля тоже не соизволила выйти в люди, запершись в своих капитальных строениях. А при таком стечении людей можно было и на мороженом, и на прохладительных напитках получить торговую прибыль. Так что праздник сделали для спортсменов и болельщиков сами спортсмены. Правда, с помощью районной власти, спортивной школы и районной футбольной ассоциации. В итоге в баскетболе среди взрослых первое место заняла команда спортивной школы номер один. На второе место вышли баскетболисты этой же школы тренера Дмитрия Стасьева. А на третье команда села Боробой. Среди юношеских команд в лидеры вышли также баскетболисты первой спортшколы. На второе место воспитанники тренера Дмитрия Стасьева, а на третье команда спортшколы тренера Натальи Ризовой. Среди девочек лидерами стали воспитанницы тренера Стасьева, а второе и третье места заняли боробойские спортсменки тренеров Ризовой и Стасьева. В мини-футболе сразились 5 команд. Лидерами стали футболисты села Корбу. Второе место отвоевали дандушенцы, а на третье вышла команда села Тырнова. Во взрослом футболе борьба прошла между 10 командами. В итоге первое место заняла команда села Цауль, второе – команда села Корбу, а на третье, к удивлению всех болельщиков, вышла команда села Покровка, считавшаяся сильнейшей командой в районе. В мужском волейболе лидерами стали цаульские спортсмены. На второе место вышла команда государственного предприятия «Молодэлектрика», а на третье – города Дандушень. Среди женских команд сильнейшими оказались волейболистки «Молдэлектрики». На второе место вышла команда акционерного общества «Ред Нордвест», а на третье – волейболистки лицея имени Алексея Матеевича. В шахматах призовые места заняли, соответственно, Олег Лисник, Михаил Хабсаматов и Виталий Ротарь, а в шашках – Григорий Митятюк, Ион Коробчан и Олег Лисник. В силовых состязаниях в упражнении поднятия бревна победу одержал Стас Гургуров, а в упражнении по подъему 100-килограммовой штанги лучшим стал Дарил Хею. В упражнении «Походка фермера» победил Вячеслав Андронов. В состязаниях по национальной борьбе талента обладателем приза «Живой петух» стал молодой борец Игорь Владюк. Приз «Живой гусь» достался Николаю Иксарю, а главный приз турнира «Живой баран» завоевал Николай Горбуз. Правда, приз был заменен денежным эквивалентом 1000 леями из-за отсутствия достойного барана. На этом праздник и завершился, хотя в былые годы он длился и допоздна. «Походка фермера»!